Всем привет, с вами Андрей! И сегодня я расскажу, откуда взялся мем. И хвильнихт мем с волком, танцующим под песню Комтанзен и хвильнихт. В ТикТоке шаблон используют для описания ситуаций, связанных с радостью, энергичностью и пофигизмом. Происхождение. Трек Комтанзен и хвильнихт в 2022 году создал диджей Степнева. Ранее он уже делал мемные ремиксы, например, знаменитую песню «Скибиди-доп, ес-ес-ес». Строчка «Комтанзен» и «Хвильнихт» переводится как «Давай потанцуем», «Не хочу». В тексте парень предлагает девушке потанцевать, выпить и погулять, но она всегда отказывается. Отрывок из песни завирусился в ТикТоке еще в начале 2023 года. Тогда под него танцевали разные люди и персонажи. В середине октября тренд вышел на новый уровень. Кто-то добавил к звуку шаблон с танцующим упоротым волком из мема «Вау». И теперь песня ассоциируется исключительно с этим видеорядом. На пик популярности мем и хвильнихт вышел в середине ноября 2023 года. Пользователи придумывают разные ситуации, к которым подходит песня и танцующий зверь. Значение! Мем и хвильнихт с танцующим волком – это мем об энергичности и радости. А также это мем про пофигизм, неожиданную активность и дурачество. И ребята! И не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и колокольчик, чтобы не пропустить на новые ролики, и смотрите расписание, когда будет новый ролик. И заходите в телегу и дискорд, ссылку оставлю в описании. И на этом все. Всем удачи и всем пока!